Всем привет! С вами канал «Вкусно и кошерно». И сегодня мы приготовим авокадо с начинкой в духовке. Кто еще не подписался на мой канал, подписываемся и продолжим. Для этого рецепта нам понадобится 4 сырых яйца, 2 авокадо, чуть-чуть у меня здесь помидорок шерри, не разрезанный пополам, фета-чиз и чуть-чуть болгарского перца сладкого. Сначала разрезаем авокадо пополам и удаляем косточку. Теперь делаем сердцевинку чуть-чуть больше. Удаляем чуть-чуть авокадо. Перекладываем авокадо в форму для выпечки и разбиваем внутрь яйцо. Теперь добавляем в авокадо с яйцом начинку. Перекладываем все это в разогретую заранее духовку на 220 градусов по Цельсию 18 минут. И вот что у нас с вами получилось. Запеченное авокадо. С вами был канал «Вкусно и кошерно». Приятного всем аппетита. И спасибо, что были со мной. Увидимся.